утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Лишнего не спросит. Нет, немножко не так. Надо повыше. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Ой, какая хорошая песенка. Да, и мне тоже нравится. Она про нас с тобой, верно? Да, я к тебе как раз по дружескому делу. А, по какому? Мне твой совет нужен. Никак не могу понять, какая ленточка для бантика мне больше подходит. Желтая или красная? Ну, конечно, я тебе помогу. А где твои ленточки, а? Дома у меня. Пойдем, пойдем скорее. Ой, Веснушка, а я сейчас, я не могу. Почему это? Да мне нужно обязательно песенку выучить. Я ее сегодня гостям петь буду. Давай попозже. А мне прямо сейчас нужно. Ну, Веснушка, ну не обижайся. Может быть, ты эти ленточки принесешь, а я их посмотрю, а? А что ж получается? Это мне туда-сюда бегать надо, пока ты будешь песенку распевать. Подруга называется. Но Веснушка, ну а как же песенка? Ну и пой свою песенку. Ладно уж, ладно. Схожу, принесу. Обиделась. Может быть, нужно было пойти вместе с ней? Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Ну вот. А я, выходит, не выручила Веснушку. А вот и я. Ой, как хорошо, что ты пришла. Вот смотри, желтая мне идет, правда? А красный цвет мне нравится. Какую выбрать? Желтенькую. Правильно. Желтая лучше. Теперь продолжу петь, хорошо? Да-да. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Шуня, а может, ты ошиблась? Может, красная лучше? Ну, если тебе красная нравится, тогда конечно. Да, красная яркая, я ее возьму. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот. Но, что... с другой стороны, желтая больше мне подходит. Правда? А? Что? Ну, ты опять меня не слушаешь. Ну, прости, пожалуйста, да-да, конечно. Ну, что конечно? Красная больше тебе подходит. Не красная, а желтая. Ты меня совсем не слушаешь. Но я отвлеклась. Ну, конечно, конечно. А еще подруга. Желтенькая, конечно, желтенькая тебе идет, а красная хуже. Нужным быть кому-то в трудную... Ну вот. Ну, теперь я вижу, что у тебя совершенно нет своего мнения. Ты повторяешь то, что говорю я. Я помочь тебе хочу. Ай, сама разберусь. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Шунечка! Здравствуйте, дядя Юра! Я пошла. Постой, Веснушка, ну куда ты так торопишься? Ну, так, дела есть. Дела? Ну, подожди, разве ты не помнишь, сегодня к нам придут гости, и Шунечка будет петь песенку про дружбу. Ну, разве тебе не хочется послушать? Да я, наверное, и петь не буду. Я ее плохо выучила. Шуня, как же так? Ты же хотела сегодня порепетировать. Не получилось. Нет, что-то здесь не так. Вы обе какие-то расстроенные. Ну, рассказывайте, что здесь произошло? Шуня пела свою песенку. Так. О дружбе, между прочим. А сама даже не помогла мне выбрать ленточки для бантика. Я старалась, только ведь и песенку нужно было выучить. Ну, конечно. Подожди, Веснушка, а ты разве не знала, что Шунечке нужно учить песенку? Знала. Ну, так что ж тогда, Веснушка, неужели для тебя все равно, как наша Шунечка выступит? Вообще-то нет.
Ну и ну. Ты помнишь, как в песенке поется? Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Скажи, пожалуйста, у тебя что, сейчас беда или неприятность? Конечно, нет. Ну, а вот у Шуни точно будут неприятности, если она плохо выступит. Скажи, и сколько же раз за сегодня ты ее отвлекала от важного дела? Сколько раз спрашивала лишнее? Да что же получается? Это я вела себя не по-дружески. Ты знаешь, я очень рад, что ты все правильно поняла. Ну, а теперь помиритесь. И немедленно. Да мы и не ссорились. Как там поется? Дружба крепкая, не сломается. Не расклеится от дождей и вьюг. Шунь, прости меня, но я и просто не подумала. И ты меня тоже прости. Я ведь понимаю, ленточки – это тоже важно. Ну вот и прекрасно. Ну хорошо, а теперь давайте репетировать. Я уверен, что вы все успеете. Попробуйте вместе, а я постараюсь вам подпевать. Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный друг. Нужным быть кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный друг. А вы знаете, кто написал эту замечательную песенку? Нет. Композитор Борис Савельев на стихи Михаила Плесковского. Хорошая песня. Да, хорошая. Да, спасибо. Спасибо им. Ну, а теперь пора прощаться с ребятами. Угу. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего самого доброго. И ангела вам хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.